Всем доброго утра! Доброе утро! Здравствуйте, утро! Как ты спала, Маргосечка? Я знаю. Где ты спала? У моей мамы. Да. И потом будем мы ее красить. Да подожди еще. Сейчас мы будем завтракать, да? А потом красить, видео снимать. Мама, поставь на камеру, она как грызет эту палочку. И будем снимать. Всем здравствуйте, гайз. Мы будем мою маму красить и все. Так, а дети хотят кушать за маленький... Это на Красной площади. Да. Мы это. Дети хотят кушать за маленьким столиком. Рисуют. Вот ребята, это его колючки. Мам, смотри, ниндзя-заяц. Ниндзя-заяц? Он на ниндзя-конгрете идет, у него желтый пояс. А интересно. Вот это ниндзягу сейчас нарисую. Сейчас. Я хочу тебя красить. Ты хочешь меня красить? Ну подожди, сыночка. Позже накрасишь, хорошо? Можно, когда мы отведем на другое? Давай, сейчас нужно кроватки заправить, да? И мою кроватку. И твою кроватку. Я нету твоей. Ну, нет. Пусть это пока будет Маргаритина, да? Так, сейчас пойду кормить Рекса первый раз. Пойду с ним знакомиться. Вот. Ну, не знакомиться, конечно, но... В смысле того, что кормить его буду сейчас первый раз. Посмотрим, как это будет. Ну, вообще, он такой понятливый песик. Я думаю, что все будет нормально. Так, где тут моя кофта? На улице вот какая погода. Дождик капает. Еще покормила я Рекса. Вот. Так что такая погода противная, мерзкая. Очень такая ветреная, с дождем. Не очень приятно. Сейчас сразу забегаю в дом. Так, изо рта, пожалуйста, вытянули резиночку и одеваемся. Антон Сергеевич, тебе помочь? Сейчас. Все, все, снялась она. Маргарита Степановна, прошу вас. Гаман. Так, Антошика я оставляю здесь, у родителей. Спагетти дайте. С тетей Верой. Спагетти дайте. Спагетти, это мамуля тебе сейчас разогреет. Вот, а мы сейчас едем на кладбище в Медведовку. Зачем? Ну, там поставим цветочки. Антоша останется будет? Да, Антоша останется. А потом мы уедем, буду маму красить. Так, давай. Мама. И я свою маму буду красить. Это сколько сейчас? Это электричка или 12-часовая электричка, наверное, да? Или поезд? Метро. А метро? Мы же в Медведовке. И на переездке. Сейчас там будет ехать. Медведовская, да? Медведовская. Медведка, да? Я его снимаю. Ну, кладбище. Машина. Ну да, и сейчас и сегодня тут есть люди, да? Машины берешь, Вера, пустые. Да. Уже обратно едем. Коридор хозяина разделен. А, так, ну что, мы уже домой. До дед Пети в гости заехали. Мы уже дома, дождь лупит вообще, мы еле зашли, очень сильный и прям такой уж
Уже хочется весны, потому что у меня же скоро день рождения. Но на мой день рождения в детстве, по крайней мере, очень часто шел дождь. Один раз я помню прям это. То есть я не была уже маленькая, а была в школе, там в каком-то классе. По-моему, в школе. Может быть, даже уже в колледже. Град прям был. И у нас был козырек такой, знаете, вот как будто бы из, не из поликарбоната, но что-то подобное было, прозрачное такое, но не поликарбонат. И его прям бы пробивало, там были дырки в этом козырьке. В общем, короче, я это прям помню. Надеюсь, что в этом году ничего подобного не будет, и будет отличная погода. Вот это пятница как раз, следующая. Вот так вот, так что надеюсь, что уже погода наладится, но что-то пока никак. Дожди и дожди. Сейчас хочу пойти книгу почитать. Растопили мы котел, потому что у нас прохладненько. И прям уже хочется лечь под одеяло и почитать. Антоха там смотрит, как он был маленький. Ему захотелось. В общем, не знает ребенок, чем заняться. Не представляет даже он, что делают дети сами. Одни дети каждый день дома сами. Вот так вот. И мы сейчас включили ему на компьютере, что когда он был маленький. Это Алина была маленькая, да? Вот это Алина с дедушкой Леней. А это Дедушка Мороз приходил? Дедушки Мороза для детей. Вот такая вот. Это дедушки. Гришка только родился, получается, на следующий год. Ну, то есть у него в феврале день рождения. И еще ему не было года. Мы уже специально сижу, не заказали пошить нам костюмы Снегурочки и Дедушки Мороза, чтобы поздравлять Григория. И вот, получается, уже 8 лет этим костюмом. Мне кажется, хочется, кстати, в химчистку отдать. Потому что мы их ни разу ничего с ними не делали. Костюм Снегурочки, конечно, еще в очень хорошем состоянии, но костюм Деда Мороза уже пора бы немножко подчистить. Ну, посмотрим, как это получится или нет. Так что вот так вот мы прям готовились к тому, чтобы у Гришки Новый год был с Дедом Морозом и со Снегурочкой. Ну, естественно, и у всех детей тоже. Так, я проснулась, у нас уже почти 7 часов, и мы с Антошиком решили поужинать, да? И мама съездила. Куда? На кладбище. А, на кладбище, ну да, я говорила уже, что я ездила же в Медведовку на кладбище. Пока ты был там. С бабушкой, с дедушкой. С дядей Стёпой. А кто там еще был? Все мы. Тёма? Все мы только и все. Ничего, нету больших подписчиков. У кого? Ну, у гостей. Антошка с дедушкой разговаривает. Ну, не знаю пока. Молодец. Ну, расскажи, как у тебя там дела, что ты делаешь? Ну, сейчас здесь гуляем. Ну что, у нас уже 12 часов, я только сходила в душ, Антоха. Сейчас пошел в душ сам. Боже, у нас такие звуки на улице, ветер сильный, дождь, что, знаете, если бы я была сама дома, без Антошки, мне бы казалось вообще, что я просто это, испугаюсь, я боюсь всего. Таких звуков резких прям. Кажется, что там что-то грохает, в общем, ужас какой-то. Вот. Я ничего не делала. Мы с Антохой, в общем, ничего не делали. То поговорили по телефону, то я читала этого Гоголя. Я поняла, что мне безумно нравятся книги и рассказы, и повести о том, что где были лошади, где кареты. Вот это все те времена мне очень нравятся. Вот, поэтому я прям с удовольствием читаю и прям бах, смотрю, там уже, я не знаю, была там начало повести, уже там одну прочитала, Шанель. Ну, мне, в общем, очень нравится. Я поняла, что мне вот эта вся психология, не знаю, не очень интересна, а вот именно какая-то классика очень даже нравится. Так что вот читаю, пока есть время, пока не нужно кушать, готовить. Мы с ним доели нашу карбонару с Антохой, чаёк пьем с пасочками, которые еще с Пасхи остались. Вот. Завтра будем готовить борщ. Уже с ним распланировали все. Завтра он не пойдет в садик, хотя у нас завтра рабочий день. И
А вторник выходной сделали в Краснодарском крае, по крайней мере, не знаю, как везде. У нас сделали вторник выходным днем, то есть у нас родительский день, провода, кто как это называет, радоница. У нас во вторник, так что мы решили, что мы во вторник пойдем на кладбище, потому что погода, надеемся, что ко вторнику прекратится вот эти все дожди, потому что грязь на кладбище очень. Вот сегодня же были в Медведовской, и там сильная грязь, очень скользко, поэтому решили, что во вторник пойдем. Вроде бы погода должна немножечко наладиться. Вот, а в ей в Камышеватку уже поехали наши любимые мужчины, они там будут, в понедельник пойдут. О, Антох, ты уже все? Беги, бери вещи. В общем, все, сейчас Антошек будет ложиться, я еще немножечко почитаю, и будем уже спать. Ты будешь мультики смотреть, да? Ну вот, так что вот такие вот у нас дела. Сейчас села монтировать видео. Как раз вчерашнее про Женеву. Блин, сейчас нашла все видео про Женеву. Пересматриваю. Сейчас вообще, блин, думаю, может быть, это была она. А, теперь не знаю. Ну все, буду завтра ждать Сержуню. Если что, тогда поедем искать эту собаку. Может быть, это и Женева. Не знаю, я когда ее видела живую, она мне не показалась похожей на Женеву. Мне вообще показалось, что это мужик. Ну, в смысле, кобель. А сейчас вот смотрю фотку, гляньте, мне кажется, это прям Женева-Женева. Ну, не знаю, в общем. Так как это все-таки Сержунина, в большей части собака, блин, где я, то я не могу определить и брать всех собак. Я тоже не могу. Не знаю, Женева это или не Женева. В общем, не знаю. Приедет завтра Сержуня. Так что поедем искать эту собаку. Чтобы он точно убедился, Женева или нет. Хотя он уже несколько собак видел. И это была не она. В общем, ладно. Все, буду монтировать. Буду ждать Сержуню. Пока. Всем до завтра. For all the times that you ain't at my parade, and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake, you think I'm crying on my own, well I ain't.